Так, ребята, ну что, всем здорово, продолжаем. Сегодня будем играть с Томпсоном за союзников, да? Союзников или за фашистов? Скорее всего, за союзников. Ну что, ребята, погнали. Смотрите, у нас более-менее оживленно здесь. На каждом серваке как минимум. Ну, не на каждом, конечно, на двух серваках по 18 человек есть. И это очень даже хорошо. Ни хрена себе тут прислали, ё-моё. Ой, у шахты как все звенит, боже мой. Ого, здесь что, лед что ли ломается? Смотрите, здесь лед ломается. Ни хрена себе. Мать ваша, здесь лед ломается, обалдеть. Это из чего такого меня интересно убили? Ну, ребят, как обычно, в принципе. Видос. Пол часика будет идти. Пол часика будем терпеть более унижения. Или наоборот, давать более унижения другим. Не знаю, как получится. Нифига себе, что там чувак творит, обалдеть. Отлично. Одного вальнули, там у нас еще один. Давайте-ка граночку туда отправим. И вон туда. Бля, еще одна граночка. Давайте еще одну отправим. Ой. Ой-ой-ой. Одного я завалю, кстати говоря. Нихуя себе. Нифига себе, здесь окушает. Ну прикольно, да? Придумали, конечно, красавцы. Ну, кстати говоря, видно то, что там один фашист прям из ниоткуда приполз. Сейчас будем его выносить оттуда к чертям собачьим. Так, отлично. Давайте-ка прочистим путь. Так. Бежим! Блин, как я надеюсь, что здесь дерево не простреливается? Кажется, мигрант отлетел, кстати. Надеюсь, что нет. О, что за звук? О! О! Ни хрена себе! Ой, красавцы, ребята, красавцы! Удачно, бля. Да, да. Сам ТЗ не получил. Не, пока нет. Теперь да. Уже да. Ладно, попробуем повторить. Ух ты, мать твою же, боже мой. Ты что ж такой, закидывают нас прямо какашками этими гребаными. Так, еще. Еще одного вальнули, еще пару гренчик прилетело. О, здесь дымовой грант, кстати говоря, есть. Я про это забыл совсем. Так, быстро, быстро, быстро. Так, слушайте, да? Идиот, идиот по звуку прям слышно. Вот только не знаю где, зараза, но ладно. Может достать нож и зарезать. Вон они, вон они, вон они, ребята. Один точно был тут. Опять на респе за ящиком. Блять, вот сука такая, а. Прям сразу слева. Зараза, прям как ждал, а. Ну ладно. В принципе, теперь понятно, как они заходят на ту сторону, не через мост, а они, скорее всего, проплывают под этим. Потому что, в принципе, такое провернуть довольно-таки легко. Сейчас на ваших глазах попробуем, кстати. Бля, да шо ж ты как... Ебать, одним выстрелом двоих я ебу, блядь. Бля, какой капец, у нас там чувак. Короче говоря, вот опад меня смог чертям. В местную канализацию. Сейчас будет через первого ходить, смотрите. Ой, ой, грант прилетел. Так, ладно, ребята, давайте-ка понапряжемся. Е-хоу! Ну, кто за мной последует? Вот водопроводище гребаное. Бля, выплывай, мать твою, какого хрена? Чё-то не понял, как меня убили, но меня прикусили лопатой. Я тебя уебал? Да, блядь, я тебя так и знал, и тебя. Ничего, ща отомстим. Так. Одного вальнули, двоих вальнули.
Да, мужик, месть тебя не заставит долго ждать. База ебашу побивает, бля, бля, куда я попал? Вот чем меня бесит, то что, бля, здесь ни хрена ничего не видно. Вот куда идти? Бля, вы что-нибудь видите? Здесь вообще ничего не видно. Вот почему здесь не добавили бы фонарик какой-нибудь такой хотя бы, который освещал местность вокруг тебя, там, не знаю, какая-нибудь спичка или зажигалка, что-нибудь такое. Потому что бред полнейший, блядь. В общем, короче говоря, полнейший бред. Ну или разработчики карт добавляли бы, я не знаю, лампочки какие-нибудь. Потому что, ну, на самом деле, ни хрена ничего не видно. Это очень большой минус. Бля, здесь никаких у нас. Бля. Ой, бля. О, мать твою. Кошмар. Просто кошмар. Давай, плыви, Энигма. Демон. Демон союзников, ё-моё. Бля, давайте-ка передохнем. Бежим. Блять. Ебать, блядь, ты лох, нахуй. Так давайте-ка закидаем этих тварей тоже так же, как и они нас, потому что это пипец, они нас закидывают так, что, блядь. Что вообще капец, короче говоря. Ой, капец, конечно. Они, в принципе, просто тупо нас гранатами закидывают и все. То есть, видите, вот чуть за хрень такая. О, еще одна прилетела, смотрите, вон, видите, лепесток прилетел. Он еще прилетел, граната. Бля, сука, не успел завалить. Че, блядь, буду бежать, проблема что ли такая? Закидываем, мать вашу, этих тварей гранатами. Опа, отлично. Бля, ни хрена. А, нет, попал, смотрите, гранат попал прям на мост. Сука, а. И никого он не завалил. Автоматчикам очень неудобно стрелять и играть, в принципе, потому что, во-первых, он только на близкой дистанции фигачит, а дальней как-то здесь играть чуть полегче. Хуй ты там меня полазишь, блядь. Блядь, вот тут твою мать. Так, оп. Теперь валим отсюда, блядь. Прокалываем себе путь, давай. Ну-ка, сейчас мы, ребята. Иди сюда, чувак. Сука, а давай полезай, ты чё застрял, блядь, твою мать, вот ты кретин тупой, а. Я хотел, короче, поймать его на льду, пока он там бегал, да? Проколоть лёд, чтобы он упал, и, соответственно, зарезать, блядь, твою мать. Эти гранаты, это, конечно, вообще здесь смерть. Ещё одна прилетела граната. С воды лезет. Он все время по воде ходит. Вода здесь, конечно, самое то. Сейчас пульну какая-нибудь. Бля, какой кошмар, а. Как они из этого говна вообще... А, это МП-40, но из этой штуки можно, в принципе, нормально стрелять. Здесь просто такие пушки есть, которые вообще такая дикая отдача у них, что... Просто, блядь, нереально, нахуй. Вот опять с воды вылез, блядь. С подвала прям. О, вот и держись их там, чтобы они не совались. Ну давайте киданем гранатку ради прикола, что ли. Так, сейчас будем надеяться, что сюда никакая граната не прилетит. Ну-ка. Слышь, тихо, слышите, да? Ну ты сучка, блядь. Бля, я вообще здесь ничего не вижу. Сейчас к нам ползет, блядь. Поймал? В воде один где-то здесь, зараза, прям. Слышно по звуку, кто-то лед расколол. Давай, там чувак. Соком влезет. Успеешь, красавчик. Побежу. Так давайте по-тихому попробуем. Давайте-ка вот так вот засядем. Вот там, кстати говоря, один налево убежал. Твою мать. Какой кошмар. Сколько их там было? Трое человек, получается, в одном здании. Слушайте, ну они очень любят воду, как я смотрю.
прям очень любит воду. Так, одного завалили. О, граната, твою мать, твою мать. Найс, отличного, блять. Блять, 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 граната. Ужас какой, а. Блин, да что ж такое, а? Нам покой-то вообще дадут, блядь, или как? Сидит, блядь, додержите этот колодец ебучий, блять, ну прошу, по-человечески. Ложись там, пулемет, блядь. Кто же, блядь, что ли, играет? Ну вы что, глухие, что ли? А, ну, блядь, нас остался, блядь, этот человек, конечно. Кстати, кстати говоря, да посмотрите на дисбаланс дикий. У нас... Бля. Еще вот так вот стреляет. 5 игроков. Че здесь баланс, ребята, а? Сюда засядем, попробуем. Будем надеяться, что нас гранаты не фиганут. Что вполне, кстати говоря, возможно. Вот так вот попробуем. Остается надеяться, что меня сзади не ёбнут. Так, отлично, одного вальнули. Баланс не хотите сделать? Ничего, нормально. Конечно, нормально, бля. О чем речь? Гранатку дай! Твою мать. Да нет, нормально. А, да, конечно, пятеро против девятерых, это как-то не очень. Вон там одна зараза сидит. Я его никак не достану, если, конечно, сейчас вот сюда вот сейчас засяду. И в приседе попробую вонуть, отдача будет меньше, конечно. Блядь, граната полетела. Твою мать, я вовремя заметил. Так, один есть, один. Один прям за углом, зараза, отлично. Нифига себе, я его не убил? Как? Как так-то? Ловите оба, бля. Давайте кому туда гранатку шмальнем на всякий случай. Хуй дожди. Блять, вот зараза такая. Бля. Давай. Еще одна граната прилетела. Капец. Так, прикинь, кого он за нас. Ну давайте, вылазите, твари, ну. Ты, блядь, 5 на 10 играй, ну как ты, блядь, пиздец. Бля, давай, мужик. Погнали. Сука такая, а. Охренеть. Чем они настолько не закидывают, а? Просто посмотрите на это же, пипец просто. Колодец. Ну давайте, залезайте. Только отлично, одного вальнул. Там еще один идет, по ходу дела. Нифига себе, красавцы. Да что ж такое, блять, что ж такое? Не, все-таки здесь надо винтовку брать, конечно. Отлично, троих, блять, нахуй. Ёб твою мать, а. Капец, слушайте, мы уже должны оглохнуть здесь по полной. Блин, зараза, может на туре-то здесь ты другой класс попробовать? Мало, что, блядь, играем 5 минут, через пулемёт взяли. Ладно, попробуем. 3, 2, 1. Сейчас за мной прыгнет по-любому. Давай, 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 отлично, готов. Готов, 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 отлично. Привет, чувак. Давайте-ка вот здесь их подождем. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. На первый раз. Сука, ну как так-то? А чё, бля, они, видишь, крысином, блядь, этим полчища играет, поэтому и выиграют. Блин, зараза, так не вовремя это затащили эти фашисты вонючие. Поэтому им проигрываем. Давай, блядь! Давай, 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 давай.
Ну-ка, иди-ка сюда. Отлично, 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 зараза, а. Бэланс. Ну, не карт на урон, что ли. Бля, давайте на другой сервер, потому что это на туре какое-то не дело. Здесь 4 против 8 играют. Это, по... это же полнейший бред. Короче, к черту. Погнали отсюда, он как раз там 20 человек. Сейчас оставшиеся, сколько там, 15 минут, 10. Оставшиеся 10 минут поиграем на втором серваке. Так, там посмотрим, что у нас да как. Так, погнали за любой абсолютно. Как раз на ПСР еще побегаем. Так. Один слева. Зараза такая. Я прям слушаю один слева за. А, нет, тут наш. Оу. Оу, они все там. Опа. Убегаем. Ну-ка, смотрим, смотрим, смотрим. Ой, как так получилось-то, а? Быстрее, быстрее. А, зараза, не успели. Фигово. Ну он. Аларм каньон. Тревожный каньон один. Че за карта такая? Ждеумс. Ждеумс. Отлично, все скачал. А мы 7, quelque chose. En finale même. А. Финал de France. Нет, блять, пизду. В жопу всякие эти оранжи вонючие. Грите гребаные карты. Ты куда полетел, зараза? Боже мой, что за карта такая? Боже мой. Офигеть, вот эта карта. American Flector. А чем мне понравилась та карта? Возвышенность, каньон, очень даже прикольно. Нифига себе, последнее обновление этой карты было около 15 дней назад, обалдеть. Да-да-да, это та самая карта Orange, блин, пипец. Она мне, честно говоря, изрядно надоела в последнее время. Хотя, конечно, они играть легко, в принципе. Более-менее. Давай, блядь, мужик, ты чё? Серьезно? Отлично. О, здесь своих, кстати говоря, можно убивать, так что надо быть поосторожнее с гренами. А, у меня грен-то нет, я их всех выкинул. Вот зараза такая. Патреон, патриотеки убил меня из люгера. Дистанция 10 метров. Классно, классно. Так, отлично. Потом прям чекушку задел. Хуй капчур. Хуй капчур. Твою мать. Бля, у меня граната упала, ребят. Сейчас точно своего убью. Я никого не убил. ПЗО. Ок, холонет. А, нет, смотрите-ка, я своего убил все-таки. Написано в столбах. Что-то хак, сталкерос. И просил за тимкил. Блестяще. Значит, я своего все-таки убил. Бля, 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 бля. Чувак, беги, чувак, беги. Так, слава богу. Так, смотрим. Бля, какая обойма это у Томпсона, это вообще пипец, посмотрите. Сколько там патронов вмещается? 30. Так, отлично. Тихонечко. Тихонечко. Бежим. Ну-ка.
Обалдеть. Ой, гранат прилетел, ой, гранат прилетел, ребят, отойдем. Зараза такая, мужик. Ну, в принципе, я опять свой же убил. Да, в принципе, как правых прощаю в основном, чё. Потому что сам своих же убиваю иногда. Причем, ну как иногда, очень часто такое бывает. С кем они там воюют? Ой, боже мой. Меня прикалывали в Dota Source такие, короче говоря, пушечки, которые стреляют гранатами. Даже, как вам сказать. Короче говоря, там была, знаете, такая штука была, да? Брали кар-98, вешали туда какую-то гранату, потом ее запускали с помощью выстрела. Вот это была очень убойная граната, она летала, как не знаю кто. Там можно было чуть ли не через всю карту и мапуляться. Это очень прикольно на самом деле. Е-хоу! Опять меня свой убил, что ли? Твою мать, опять свой убил? Вы че, ребят? Хотя если он со мной убил как минимум еще двоих-троих, то... Нормально. Потому что не повезло, я, в принципе, прям на их респаун, грубо говоря, зашел. Так что... Там, причем такая еще колония на меня, блин, шла. Что капец. Так, отлично. Она сейчас, в принципе, даже на респаун должна прилететь. Прямо, вернее, на респаун. Не, играется, конечно, эта карта очень легко, на самом деле. Бля, вот зараза такая. Какой у нас там таймлефт? Сколько осталось-то вообще? Боже мой, это что такое? Видите, прям перекидывают нагу на чужой респаун, да? И валят всех нафиг. А один там троих завалил, но гранаты там второй, там, не знаю. О, видите, они уже в принципе на нашем респауне. Все, нам хана. Факинг. Гитлер, дай. Так, все, основная масса гранат пролетела, погнали. Давай, чувак, а сразу с тобой. Блин, как так-то? Я должен был 2х завалить, а... Никого не завалил, меня опять свой завалил. Завалил, блин, мужик. На 50% тебя задолбали уже в натуре. Валят в самых таких местах неподходящих. Когда чуть не у чужого респауна тусуешься. Что, конечно же, бесит. Ух ты, бля. Казалось. На-на-на-на-на. Это, в принципе, знаете, это карта по типу как ТС. Т-Фортерс. Т-Фортерс, короче говоря. Там тоже есть такая карта, да? Оранж. Ну, типа то же самое абсолютно. Тоже какие-то самые простенькие текстуры, самая простая геометрия, но сделано очень прикольно и на многих серваках вот на этой карте гамают. Что удивительно, кстати. Бля, да что ж такое? Так, ладно, давайте буквально еще 2-3 минуты, ребята, закончим. Боже мой. Да что ж такое? Так, погнали. Бля, да что ж такое? Обвяжуй. Папи, ну сколько? Сейчас этого чувака грохнуть. Отлично. Ну давайте уже. За американцы. Чё за нахер? Бля, да что ж такое? Охренеть. Одной гранаты троих, ребят. Они, в принципе, уже на нашей респауне. На нашем респауне тусуются.
Давай, беги. Абано? Дезуры. Так, ну куски, киданем-ка. А, ладно, хрен с ним, киданем вот так вот, да и все. Давай! Залезай, блин! О, опять! Здравствуйте! Что сидим? Моя! Ну-ка. Да возьми ты винтовку, куда она делась, зараза? А, вот она. Ну-ка. Ну-ка, заряжай. Сейчас будем ловить их. Что за черт? А, свой, отлично. Кэмп Мэттер. Бля, зараза. Тут какой-то еще Кэмп Мэттер есть. Типа этот. Замеритель кэмперства. Пипец какой-то, блин. Ну, типа, чтоб не кипирил, да? Он доходит до сотки и... Чё-то... Там либо надписи высвечиваются, то, что там кто-то киперит, либо тебя убивают. Не помню уже, что сделают. Вот как они с этого говна стреляют? Это же, по идее, пулемет, который нужно раскладывать. То есть надо ложиться, бля, на сушки его ставить. На сашки. На сушки. На сашко, не знаю, короче. Ой, мать твою, нифига себе, она удачна. Ой. Ай, действительно, ай. Бля, да что ж такое? Почему постоянно меня убивают? Туруру. Беги, чувак. Вызывайте экзорциста. Блять, ну без этого не пойду. Там сейчас наших попросту перебьют, хотя... Все, занимаем их респаун. Занимаем их респаун. Бля, какого хрена? Вот баба у меня грант, я туда ее киданул и... Don't shoot from the spawn, Пеппи. Или иначе я тебя кикну. Ребята, надо добиться кика. Как удачно завершение серии, нужно пробраться на респаун. Закинуть сюда гранатку на респаун. И получить кик. И будет считаться это идеальным завершением серии. Ща попробуем. Ща. Блять, ну тут, сука, почти получилось, а. Ну давайте кто-нибудь на гранату мою наступите. Не наступил, зараза. Гранат! А у меня почти получилось. Давай, бля. Читервурст. Конь Читервурст. Отличный ник. Все, отлично. Зараза такая, все равно никого не убил, зараза, а? Вот надо как-то аккуратненько перекинуть гранаточку, чтобы она прям на респаун попала. Я там как минимум пятерых завалил. Вот это будет круто, бля. Можем, практикуем, как говорится. Твою мать. Ладно, ребят, давайте, пожалуйста, закончим. Скорее всего, не получится у нас. Закинуть гранату на респаун, а жаль. Было бы очень круто. О, давайте попробуем последний разок. Что-нибудь сотворим. Не получится так. Ладно, хрен с ним. Так, твою мать. Ладно, ребят. Такое вот окончание. Не смогли мы. Ладно, очень жаль. Еще раз всем пока. Удачи. Интересно, они там так и играют. 9-4-10. Ладно, ребята. Еще раз всем пока. Ждите новых видосов по этой игре. Скоро. Ну, не скоро, а следующей серии, которая скоро выйдет. Будем играть.
за 4 класс. Не знаю, что за класс. Надеюсь, не базучик, потому что за базучика здесь играть пипец. За гранатометчика этого гребаного. Тут же не танки уничтожать, ничего не надо, так что с ним будет очень проблематично, так скажем. Ладно, ребята, еще раз всем пока, удачи и ждите новых видосов.